Смотри! Давай, Сан! Рота! Давай! Поехали, поехали! Да, шагом! Правое плечо вперед. Правое плечо вперед. Ира, правое плечо. Сейчас на афганскую лезь. Вот уже, да. Дальше куда будет? Вот туда, вот, по правой стороне. Вот где невесту, видишь? Да. Сюда. Пропустим, пускай пройдет. Молодые, не будем дорогу перейти. Мы не переходим, абсолютно. Ребята, ребята, быстрее. Опа! Вам повезло. Да? Два букета. Одну корзину сюда, одну вот такую. Поменьше говорите, ребята, поменьше говорите, все пишется. Поменьше говорите. Так, выходите сюда, выходите сюда. Поближе. Ребята, ближе, давайте. Ну там разойдитесь. Вот это сменяется. Ребята, побыстрее. На этом месте у нас аллея памяти афганцев, которые не вернулись с той войны. Поэтому всегда первое возложение цветов мы делаем сюда. Весь мы. Так, ребята, все, не ложите, пожалуйста, там немножко на огонь. Все, хватит. Я предлагаю сделать минуту молчания в память тех, кто не вернул. Спасибо большое. Теперь второе место у нас памятное. Это мы всегда возлагаем цветы к мемориалу 28 героев Панфиловцев. Сейчас развернемся там. Сделаем официальное открытие фестиваля. Пойдем. Плотнее, друг. Вот девушки сзади.
сзади, девочка. Дина. На ту сторону. Одна. Одна на то, одна сюда, правильно. Вот, немного плотнее, слышишь? Немного к ней было, давайте. Вот так, хорошо. Вот так, спокойно. Парень, немного в сторону подойди. Немного. Спокойно сюда, внимание. Фотографирую. Все. Наш фестиваль мы начинаем с памятного места. Значит, с каждым годом та война, в которой мы принимали участие, она уходит все дальше и дальше. С каждым годом те моменты, которые там были пережиты, для нас становятся дороже. Кое-что стирается, но память наша не может стереться. Кто виноват в той войне, время все сам рассудит. У нас долг, долг перед теми, кто не вернулся, кто пострадал больше, чем мы. Долг перед матерями, перед которыми каждый из нас будет чувствовать определенную вину до конца своих дней. Не хочется открывать фестиваль с этой грустной ноты, но память о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной, в память о тех, кто не вернулся с афганской войны, предлагаю сделать общую минуту молчания. Спасибо большое. У нас теперь одна дорога. Давай сами. Вернее, новым толчком для развития афганского движения по всей стране. Будет ли этот фестиваль у нас постоянным в городе Алматы, или он куда-то перейдет, это подскажет само время. На сегодняшний день что нас сближает? Сближает солдатская дружба, сближает вера в людей. То, в общем, мы вас приветствуем, как участников фестиваля, от лица алматинской организации, от всех тех лиц, которые нам помогали организовывать этот фестиваль. Ваши слова в песнях, которые вы поете, в стихах, это как знамя афганского движения. Большое вам за это спасибо. Значит, а сейчас много речей, я думаю, толкать не будем. Морозов здесь, да? Здесь. Пожалуйста. Да, ноги куда? Что за дать? Тут не слышно будет, я так. Рядом была его.
патроны себе рядили, мы поровну дели пополам. Одною плащ-палаткою согретые мы спали, и отчизна снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы ни забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего слила со мной афганская тропа. Фотографии любительской еще после атаки не остых. Стоим мы два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлого, свеча горит и тает тюрин. Мы в день последний верили с Алешею, в тот день пришел, я праздную один. А за окном ночная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю. И мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает за окнами пожарищем, по улицам трамваями звенят. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Рассвет встает пожарище, по улицам трамвайный звенят. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Thank you.
родители их назвали, пусть им вечным памятником станет этой песни о войне мотив. Афганистан. Афганистан. Пройдут годы, десятилетия, но никогда не уйдет из наших сердец тупая, ноющая боль за тех, кто вернулся живым, за тех, кто погиб, за слезы матерей. Как бы сейчас не расценивался вот наших войск на афганскую землю, мы все должны помнить, что это было, это наше, и никуда нам от этого теперь не деться. Нам очень приятно видеть в этом зале ребят, которые знают о войне не понаслышке. Вам, дорогие друзья, и всем гостям нашего фестиваля мы желаем крепкого здоровья, счастья, огромного, как сама Вселенная, благополучия вам и вашим близким. И самое главное, пусть никогда не коснется вас чувство горького одиночества. Пусть всегда рядом с вами будут добрые, верные друзья. Друзья, разрешите вам представить участников первого всесоюзного фестиваля афганской песни. Группа «Пламя Афганистана», город Калуга. Москвы, Ярославля, Бийска, Костромы, Кемерово и Ташкента, Мариуполя, Челябинска, Усть-Каменогорска. И, конечно же, ваши земляки из главного города Алматы. Группа «Часть особого назначения», город Пенза. Я словно возвращаюсь к прежним дням.
где мы служили с вами в чужом Афганистане, и чем могли делились пополам. Там пыльные дороги, засады и тревоги, там мир раскола взрывом на куски. Там серым стало небо, и не хватает хлеба, и частый и жестокий марш броски. В Афганистане, друзья, не важный нам подъем. Но если вновь придется, за нами не зачтется, мы с новой силой в смертный бой пойдем. В Афганистане друзьями станем мы с вами навсегда, мои однополчане. Какой оставить след нам, героями себя не назовем. Мы выполняли долг там, ведь службой дан был срок нам, но каждой новой встречи мы с нетерпением ждем. В Афганистане друзья не станем, нашего фестиваля. И сейчас просим участников первого дня пройти за кулисы, участников второго дня занять места в зале. Дорогие друзья, Алматинское объединение ветеранов войны в Афганистане, а также Московский совет военно-патриотического объединения учредили памятные сувениры участникам фестиваля. И эти памятные призы, я думаю, что увидят все гости фестиваля, потому как они будут вручены на этой сцене. Ну а сейчас я хочу представить вам человека, который начинал нашу фестивальную программу. Это Саша Рыбалка из города Уфы. Его песни знают и любят не только в родном городе, но и далеко за его пределами. Сегодня он будет петь тем, что ему особенно дороги. Итак, Александр Рыбалка, город Уфа. Первую песню я посвящаю войскам специального назначения. По пыльным дорогам, по частым тревогам, идем мы в опасный свой путь. Мы странные гости, устали от злости, но дайте хоть раз отдохнуть. Открытые страны, кровавые раны, в Афган караваны бредут. По воле Корана
коварные планы несут. Эх, что же за банда? Насколько нас хватит? Давайте кольцо развернем. Серега, ты с фланга, патроны не тратишь, а мы им в тылу запоем. Жестокие схватки, на ранах заплатки, а дома живыми нас ждут. Горячие страсти, ну что за напасти, бывает же так, что убьют. Проклятые страны, смертельные раны, жестокости вам не простить. Как взрывы гранаты под сердцем солдата, как боль матерям пережить. И плачь, моя мама, я знаю, что мало довелось в этой жизни пожить. У гор Пакистана свободу Афгана пришлось своей грудью закрыть. Суровые лица подходят проститься, но как же без нас теперь жить? Герои спецназа, вам память награда, и родине вас не забыть. Герои спецназа, вам память награда, и родине вас не забыть. Вторая песня посвящается женам, матерям, девушкам, которые ждали своих солдат, своих сыновей домой. Называется «Отец, жди меня домой». На краю Афганистана дуют ветры постоянно, и песок бросает нам глаза. Слушаем мы дядьку Западу, слушаем мы здесь очень рьяно, по ночам нам снится ванна и твои прекрасные уста. А ты все жди меня, домой. Я завтра ухожу в последний бой. Я завтра ухожу в жестокий бой. Лишь для того, чтоб встретиться с тобой. Кандагар, он город хмурый, день и ночь грохочут буры. Гранатомет палит из-за угла. Если есть дыра в машине и броня горит в бензине, значит, все пришла тебе труба. И ты не жди, жестокий бой. И может быть он будет роковой. Не сегодня, не до смеха, но с утра куда-то ехать. На какие важные дела. Смерть нас ждет из-за бурвала,
И сегодня миновала, лишь бы ты меня не побыла. А ты все жди меня домой. Я завтра ухожу в последний бой. Я завтра ухожу жестокий бой, лишь для того, чтоб встретиться с тобой. А ты все жди меня домой. Я завтра ухожу в последний бой. Я завтра ухожу жестокий бой, лишь для того, чтоб встретиться с тобой. Обратите внимание, это подарки учредителей фестиваля и гостей фестиваля. Саша, от цветы это все тебе. Пламя Афганистана. Так назвали свой творческий коллектив ребята из Калуги. Каждым своим выступлением «Пламя Афганистана» вновь и вновь подтверждает неисчерпаемость военной темы в песнях и стихах. «Пламя Афганистана», город Калуга, авторы-исполнители. Александр. В прекрасном городе на Неве. Афганистан не только оставил свои жестокие рубцы на его теле, но и глубокие, незаживающие раны в сердце. Юрий Пахомов, творческое объединение «Саланг», город Ленинград. Яблоки, пацаны, и рискуя при этом порвать от дощатый забор штаны, отрывают соседи от сынов, не жалея своих ушей. Обладатели рваных штанов утром просят сломать за шеи. И не то, что в домах нету сладкого, не из жадности так для потехи, а поймает сторож за духово, получай, пацан, на орехи. А поймает сторож за духово, получай, пацан, на орехи. Над долиной стоял караул, а внизу стоит кинуть себя. На себя взгляд ребят кинул, сад, в котором поспел виноград. На зубах вязко зеленый изюм, и ползли вида двух солдат. Было сказано этим двум из долины добыть виноград. Но зачем вас так тянет на сладкое? Но жевали изюм на постах. Скорлупа мельхиорова гладкая у свинцовых орехов в садах. Скорлупа мельхиорова гладкая у свинцовых орехов в садах. Сад был тонким, прострелит насквозь, а над ними висел виноград. Опустил каску первую кровь 18-летний солдат. Этот волосом светлый, этот трус, огляделись, забыли страх. Винограда афганского вкус сладко таял у них на губах. Винограда афганского вкус сладко таял у них на губах.
Петрограда, опустил в каску первую гроздь 18-летний солдат. Этот волосом светом, этот трус, огляделись, забыли страх. Винограда афганского вкус, сладко таял у них на губах. Но зачем вас так тянет на сладкое? Грохнул треск автоматного смеха. Через кальмарском беда салатную, вот вошли пять свинцовых орехов. Через кальмарском беда салатную, вот вошли пять свинцовых орехов. Из казенной идем аркунья, так орал, как обычно, закат. Но принес кто-то вместо питья, вместе с касками их виноград. Радист запаял тех двоих, серых цин для хранения тел. Виноградник и вечер был тих, и никто винограда не ел. А до них шума трассы доносится, то в союз для ребячей потехи. Упаковки изюма вывозятся, да еще земляные орехи. Упаковки изюма вывозятся. Таким вместе с вами сейчас я прошу всех вас почти сами 5 минут молчания. Yeah.
На задании дел так много в Афгане. Ну зачем тебе знать, что он ранен? И среди белых халатов встречает рассвет бой. И рукой уст глазку. Мама, что меня ждет? Буду жить, напишу. О чем я решу? После боя решу. А пока РПК ждет. Мама, вынесел газет срок. Ты не верь. Вернусь к сроку и тебя обниму, и внезапно пойму, плачешь ты, почему? Мама, жди, вернусь в срок. Мама, завтра пыль чужих гор, мама, звезд чужих слепой свет, мама. Что меня ждет, мама? Жди, вернусь в срок. Необходимо подключить гитару. Сережа, подскажите. Ребята, Санкт-Петербург. Это очень симпатичные парни, очень добродушные, очень обаятельные. И надо сказать, что когда они появились в нашем лагере, это лагерь для военных, да, участники фестиваля, они сразу стали всеобщими любимцами. Ну, как всегда бывает с теми, кто живет в Ленинграде. Не знаю, пожалуйста. Thank you.
учат на приказе ничем. Посидевшая мать, она-то при чем? Кровавый след на афганской земле и на стенах Кремля. Посидевшая мать, а она-то при чем? В это утро
тебя. В это утро не стало. И колени упали к земле. Цинк тяжелый тебя положили. Я стоял, провожал твое тело, а душа осталась со мной. Вспоминал, как был в союзе. Часто маму твою навещаю. Посидела от горя она. Твой портрет обнимаю руками. Хранит Арзина. Эти строки тебе посвящаю. Жаль, не можешь ты оценить. И я запел, чтобы знали все люди, как умеем мы дружбу хранить. Я запел, чтобы знали все люди, выполняя нелепый приказ. Засылали в Афганистан, и кто-то первым на смерть шагнул, а кто платил, тот турельнул. Прошло все это, как страшно в сне. Те, кто вернулись, теперь на дне. Одни пригрели, кто много стал, а кто не грелся, тот пострадал. И что же, братцы, сейчас все разбежались, и свет погас. Вся жизнь проблема и суета. Так что же, братцы, ну что тогда? Вперед, афганец, будь молодым. Вперед, афганец, и будь крутым. За нас не будут ломать мозги. Вперед, афганец, все впереди. Вперед, афганец.
не просто так устроили мы. Дадут ответ, кто виноват, что правды нет. Я посылал подборы наших братьев и родителям, всем матерям ответить за убитых сына. Не вперед отгонит, и жизнь не грот, вперед отгонит, время не ждет. Ты должен взять реванш за то, что правды нет. И пусть узнают все причину этих бед, вперед отгонит. Когда стихи его, порой еще не опубликованные, известны читателям и слушателям. Именно так произошло со стихами старшего лейтенанта Михаила Михайлова. И произошло потому, что лучшие его стихи – это авторские песни, которые он пишет давно, является талантливым исполнителем. Его песни «Дорожный знак», «Разговор с ПТРом» хорошо известны широкому кругу слушателей. Песни Михаила Михайлова запоминаются, а значит, живут в нашей душе. Михаил Михайлов. Дур-дур-дур, как пулёнки, не хватает кислорода, нет ни моих, ни лошадиных сил. Руль обмотанный бинтами рвет ладони и взял жмоту. Ну что взбесился, я же тебя просил. С пылью пот со лба сползает и в глаза и разъедает. Камни шины разгрызают брызг. Тошно, не встань так тонко, ты же бетер, не девчонка, так держись. Нельзя нам нынче вниз. Отойдем от пыли всю седую. Я тебя, брати, моя броня, крепко обниму. Целую, точно морду мокрую коня. Впереди, задохнувшись, заглохла чья-то броня. Теперь там плохо, но молочага носом ее попер. Только держаться, надо держаться, на перевале там отдышаться. Ты ведь все можешь, бокать, транспортер. На верхотуре, тысячи метров, все я забуду. На солнце и ветры буду, как матерь возле твоих. Я ран. Черту ступай и воду, и реку, ты не машина, как человек, ты выдюжереть последний начав вчера. Коль дойдем от пыли всю седую, я тебя, родимая, коня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня. Да, такое тоже бывает, что автор забывает свои слова. Вообще у Миши их достаточно много, и, наверное, это можно простить. Между вагонами, меж войной.
пока не спал. Но горло кома, кто с мамашей, кто с Буда, кто вдали, кто в жене, расплетали дорогу. 9 лет по стране, по родимым сторонам, да подаст детально, по любимым девчонкам, да пустым простыням. В душу точно в тамбур вышли покурить, как между вагонами, меж войной и домом. Родной развеселить запахами шипа, но горло комом мы границы замкнули за своей спиной. И полотенем от тюля до дружки белоной, вы пока нас простите за растрепанный вид. Вы слегка подождите, может быть, отболит. Уж точно в тамбу вышли покурить, как между вагонами, меж войной и дома. Ветер пытается родной развеселить. Мы уходим, уходим. Да, эта песня непременно сегодня прозвучит. Ее исполнят для вас ребята из группы «Каскад» Термес. И вот еще одна записка. В этом зале находятся отец и мать, жена и сын, героя афганца, офицера спецназа, погибшего в Кандагаре год 1985. Владимира Пустового. Они просят исполнить песню, которую очень любил Володя. Слова к ней такие, мы не пройдем сегодня по Арбату. Это песня о друге. И сейчас, когда я спустилась вниз к ребятам и показала записку, сразу протянулось несколько гитар. И тем не менее мы приглашаем сейчас на сцену человека, который участвует у нас во втором дне программы, но сегодня он будет петь именно для близких Володя. Игорь Морозов, спецназ. Эта песня написана Яном Алексеевичем, который ушел от нас, умер в прошлом году. Я уверен, что мы не умираем, и наши души когда-нибудь встретятся. Где-то там. Я в прорези прицела глядел немало раз, но вот остался целым, меня товарищ спас. А друг бесценный Вовка, проказник и пижон, из бура, из винтовки, душманом был сражен. Он не пройдет со мной по Арбату, не улыбнется солнцу и весне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был он парнем и солдатом, вы на слово должны поверить мне. И ветры нас косили, и мы срывались вниз, из автоматов били, где лепится карниз. В лицо нам била вьюга, и жёг нещадно зной. Но всюду локоть друга я чувствовал с собой. Мечтали мы пройти с ним по Арбату, смеяться вместе солнцу и весне. Хорошим был другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был парнем и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Немного поросило, был только легкий норд. Мы с Вовкой через силу покинули наш город. Внизу земля сверкала, в объятия брала.
а враг нас поджидая, дырявил на купола, мечтали мы пройти с ним по Арбату, смеяться вместе солнцу и весне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Хорошим был другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. Тоска порою гложет, и я гляжу вокруг, а вдруг среди прохожих мне встретится мой друг. Но быть того не может, сражен он наповал, и горю не поможет ни бог, ни генерал. Мечтали мы пройти с ним по Арбату, смеяться вместе солнцу и весне. Хорошим был он другом и солдатом, вы на слово должны поверить мне. На сцене Валерий Горбачев, город Грозный. Тут маленькая ошибочка произошла, потому что все Горбачевы живут в Ставрополе. И вот я уже сегодня побывал и за кулисы, и там, и говорят, что люди немножко спят. Конечно, мне хватит очень песен, много у меня своих, которые могли бы и взбодрить, и тревожить душу. Но я хочу, чтобы вы немножко просто отвлеклись от этой темы. Это очень серьезная тема, Афган. Поэтому я предлагаю спеть очень простую песню. Не знаю, называется она очень просто. Установка. Прокашпирован я был трижды кашпировским. Пусть даже толку для здоровья нет пока. Зато сеансы помогли соседу тезке, который дубу чуть не дал от чумака. Ведь он всю жизнь провел в партийном кресле под установкой лидера судьбы. А все мои злосчастные болезни на почве политической борьбы. Пускай мозги я пудрил чумаковским кремом и пил водицу, невзирая на поднос. Мне ж наплевать, с каким названием система, лишь бы всем нам по-человечески жилось. Да, я доверяю телетерапевту, от забастовок тощий организм. Ведь наш Минздрав так лечит пациентов, в гробу видал я их монополизм. Не в том я возрасте, чтоб создавать кумира, но феномен и Кашпировский, и Чумак. Вон моя соседка, похудевшая от жира, спешит с бельгийцем поскорее устроить брак. Как интердевочка, она теперь на все согласна, а лишь бы свалить и жить там для себя. И утверждает, здесь сейчас опасно, в стране гуляет призрак октября. Как понимать все то, что с нею происходит, когда со мной совсем не то, и то не так. И я хочу спросить при всем чистом народе, зачем все то, бог знает с кем и черти как. Так дайте установку феномены на этот политический стриптиз, чтоб как давление понижались цены, те, от которых дорожает жизнь. Совсем не тот я, Горбачев, и потому так хочется на праздник тост поднять еще за имя просто и за отчество. И, Коль, в общем-то, я думаю, что всем понятна та ситуация, в которой мы сегодня находимся, для чего мы здесь собрались, почему мы говорим. Поэтому я хочу вам представить песню. Конечно, безусловно, даже вот афганцев встречаю, я 80-го года, дембель, чир-чир-чир выскакивал. Госпиталь. Вот. Я предлагаю вам спеть что-нибудь старенькое, но для ума. Ты получаешь то,
что заслужил. Есть в Библии такое, и в Коране. Мистер Магомеданский нас крестил тому смысленным названием «Афганец». Не серп магомеданский, наши сны, как трупы искромсает до рассвета. Мы дети необъявленной войны, мы даже не имеем дня победы. Как отомстить охота за друзей, которых мы в Афгане потеряли, когда слышны упреки от людей, что нас они туда не посылали. Погибшим все равно, но как живым покинуть эту долговую яму? Ведь конфликтуя с обществом своим, мы схожи с ветеранами Вьетнама. Кого винить и наша ли вина, что вкус борьбы почувствовали с детства, но от отцов последняя война досталась нам как мрачное наследство. Когда по Красной площади идут, чеканя наши доблестные силы, мне кажется, потомки все поймут. За что же так вождей трясут могилы? Ты получаешь то, что заслужил. Нет в Библии такое и в Коране. И серб магомеданский нас крестил двусмысленным названием «Афганец». Стоит перед историей страны в тени салютов наше поколение. Мы дети необъявленной войны. Для всех ваших удач и преступлений. Я хочу... Валера, одну минуточку. Дело в том, что у Валерия более 200 авторских песен. И вот когда за то время, пока он был здесь, пел... В общем-то, песни действительно трудно отличить одну от другой по качеству, они все достаточно интересны, но когда прозвучала песня «Без вести пропавшей», по-моему, она всех просто потрясла. И сейчас, Валер, я тебя очень прошу, пожалуйста. Это уже по заказу. Вы знаете, даже мы здесь сидящие в зале, может быть, даже где-то для нашего общества, для нашей системы оказались без вести пропавшими. И поэтому прошу просто принять ее как ощущение, как образ боли. Очнулся с того света среди чужих мне гор. Я без вести пропавший, таков мой приговор. В бою не застрелился, меня контузил взрыв. Контужены казнили, но я остался жив. Рук нету, ног не вижу, а в животе земля. Приходит неподвижен, как человек-змея. Поиздевались гады над телом и ушли. Как и надо, не убили, как и надо, не сожгли. Валяюсь, пистов зубы, вся мама родила. Зализывает раны, вонючая сала. И никого нет рядом, чтобы меня добить. Лишь копра, как священник, над головой стоит. Нашла себе подобных, и королева змей. Избавь меня от пытки, прошу тебя, добей. За всю платить придется, перед тобой распят. Коли было все на месте, я б не просил. Тебя ты видишь, как обглодан, я больше не желез. И сознаю мучения, приходит мой конец. Ты символ медицины, на чаше горьких бед. Так и держит твоя мудрость. Выходит
толку? Нет, мы говорим как будто на разных языках, и чувствуется сильно в тебе сбивый такт. Ты первое не тронешь инстинкта твой. Коль жалко стало яда, так задуши петлёй, полёю и презираю, мотаю головой. Коль задушить не можешь, пошла же с глаз долой. Я бьюсь виском о камень, с собой справляюсь сам и мысленно желаю такого же врагам. Эту песню, которая, в общем-то, не изменит название, для вас я спою, и я хочу, чтобы вы сегодня отдохнули, чтобы вы сегодня вышли с хорошими впечатлениями, с хорошими эмоциями, пусть даже слезы на глазах, но чтобы это были хорошие эмоции, понимаете? Именно в эмоциях, именно в чувствах, это мудрость наша, понимаете? Поэтому я знаю, что сейчас будет о битвах там говорить и о войне, я сам гораздо на это, но я вам так скажу, ребята, кандидаты в депутаты, я за вас под автоматом не пойду голосовать, коль в программах ваших нету ни единого проекта, по летающим объектам, чтоб по воде не слетать. Мне было так понять вас званием, то, что дураков здесь нет. Если инопланетяне с малоразвитых планет, потому как опыт редкий, говорить сейчас о том, да было б, чтоб пожрать тарелки, и без них мы здесь найдем. Интерес огромный где-то к неопознанным объектам. Здесь они по всем приметам сами лезут на рожон, а хозяева летают, по ночам собак пугают. Однажды, мать чистая, я был шутка потрясен, из соседнего колхоза посреди страны без слов утащили под гипнозом лучших передовиков. Те, кто рядом с ними были, знак протеста на полях, забастовку объявили и подняли красный флаг. Как один к трибуне рвались, даже те, кто не встречались, позабыв, что урожай весь засыхает на корню. И кричал один бритый: дайте место мне для битвы, а церковные молитвы успокоят пусть дорогиню, заглушая криком трактор. Трижды вспомнив Бога мать, призывал толпу оратор потерпевших выручать. Лишь в концовке бурной речи в небо кулаком потряс и послал туда пришельцев, где Макар телят не пас. Вместо битвы за уборку шел народ на забастовку, накаляя обстановку не по дням, а по часам. И тогда, чтоб стихли страсти, призвав воинские части, предложили наши власти разойтись всем по домам. Ну а шапок хвост попало, как сам черт не разберет. И защитчиков скандала взяли власти в оборот, а остальных волною смыло потерпевшее село. Ибо доблестные силы — это вам не НЛО.
Тот, кто в этом сомневался, загудел в холодный карцер. На вопрос, где жизнь на Марсе точный, там дают ответ. И способны всех кредом оградить на 100% от летающих объектов хоть на все 15 лет. Если в миг на бунта ваших был застряпан протокол, то газетчика пропавших демагогию развел. О, не надо лезть в бутылку, ничего нам не грозит, что есть фото, где во погибку он с пришельцами стоит. Сомневаюсь я, однако, что вреда нет от контактов. Он жену за седа как-то гуманоид посетил, так она при всем народе от него в мамашах ходит. Ну а на втором заходе чуть мою не соблазнил. Я контакты не приемлю, я ж устрою мордобой, чтобы предпришельцы землю обходили стороной. Знаем мы контакты эти, безобидные на вид. От одних бывают дети, а других проклятый спит. Кандидаты в депутаты, нам нужны по горло акты. Коль понадобятся факты, мы доставим к вам домой. Ведь пропавших нам вернули, бунтовавших не согнули. А народ гудит, как улей, перепуганный грозой, чтобы нас не изучали. Как в науке обезьян, а не то свои печали мы направим в Ватикан. И на грани случаев надо, но тогда хочу сказать, мы за вас под автомат. Вам сказать только одно, чтобы у вас всегда было здоровье. Вы нужны, нужны не просто этой земле, вы нужны своим детям, своим матерям, своим отцам, своим братьям, сестрам, ваше здоровье. И твое будь здоров. Обязательно буду. Наталья обаятельна. Слушай, кстати, хоть в профиль, хоть в анфас. Но это чисто ты мне представляешь Наташу, которую я видел вперед себя. Ты в это время где-то отсутствовал, не знаю где. А Наташа была наша. Да, пойми, это пассия моей души. Я же ее искал всю жизнь свою. А вот она. Конечно. Валера, тебе немного сидеть. Несколько вопросов. Говори. Наверное, у тебя самый теплый прием был здесь, на фестивале. Пока. Самый теплый прием был у меня, когда я приехал домой 8 месяцев тому всему через госпиталь. Это был самый теплый прием. И никогда, нигде я не буду ассоциировать. Такого я уже навряд ли испытаю. Я имел в виду просто этот фестиваль, конечно. А его что ты тебе значит популярность? Вчера он был костра принимать. Что для меня значит популярность? Популярность — это просто вещь, которая дает возможность человеку просто выступать, хорошо выступать и иметь зрителя, слушателя своего. Поэтому я сейчас говорю, что вот даже этот фестиваль, он не откроет тех имен, которые заслужили этого. Почему? Потому что очень много самого хорошего, талантливого, даже, может быть, гениального. Извини меня, Бог засоветует, потому что гениальные вещи, гениальные люди здесь встречаются, но они не вылазят на сцену. Как говорится, помогите талантам. Гады сами пролезут, понимаешь? Популярность, она дает возможность, это как признание, понимаешь, что для меня. Как признание того, что ты делаешь. Вот ты делаешь, спрашиваешь, говоришь, отвечаешь, выступаешь на телевидении, тебя слушают, тебя понимают, вот популярность, понимаешь, что? Ты считаешь себя популярным? Нет. Ты считаешь? Ну а кто вот в нашей компании, которая сейчас выступает, популярный? Ты знаешь, между прочим, в этом слове что-то есть негативное, такое криминальное. Криминального, наверное, в разрезе нашего времени, понимаешь? А назовем по-другому. Ну просто вот именно, ну как бы, ну, пускай опять же негативно, но авторитетно. Вот в нашей компании, которая сейчас на сцене. Вот это другое дело. Мне трудно сказать, почему, потому что я авторов-исполнителей воспринимаю немножко не так. Я воспринимаю где-то не по музыке, я воспринимаю их по текстам. Это может быть второе, но первое как людей. Понимаешь? Вот человек, для меня просто человек — это несущий свою энергию, эмоцию, свою жизнь, понимаешь, свою аккумулятор, понимаешь, который раскидывает все, расплескивает, Петря, Полярка, Морозов, прекрасные ребята. Я не думаю, что, в общем-то, они являются критерием, может быть, для истины, для подвода к популярности. Нет, популярен Розенбаум, популярен стал противно, но Высоцкий.
Понимаешь? У тебя есть какие-то учителя? А у тебя против Высоцкого имеются какие-то... Нет, не в том смысле. Нет, я не в том смысле. Не в том смысле. Я просто не вот даже смотри, ты записываешь, можешь не записывать. Понимаешь, дело в том, что Высоцкий явился тем человеком, который виноват, как Горький. Помнишь, буревестник Вещева, которая поднимала на революционные дела нас. Но это время было такое. Высоцкий тоже поднял ребят. Ведь до 80% мечтали попасть в Афган. Потому что понимали песни Высоцкого не в прямом, а в переносном смысле, вернее, наоборот, в прямом смысле, а не в переносном. Ведь война душевная борьба была, там сказано. Я думаю, что он умер вовремя, как, в общем-то, любой гениальный поэт умирает вовремя. Отношение мое к нему такое. Я его не воспринимаю как актера, мне не нравится. Высоцкий? Да, не нравится. Но его тексты, его песни, его не стиль, это не его стиль, стиль был выработан гораздо раньше. Просто его желание петь и говорить правду, то, что он видит, то, что он знает о смысленных формах, понимаешь, это уникально. Я думаю, что дай Бог, чтоб нас, ой, среди нас афганцев еще умрется Высоцкий. Валера, а правда, что ты собираешься заткнуть, грубо говоря, Малинина? Да. И как ты это собираешься сделать? Я Малинина не знаю как человека. Я... Откуда ты знал? Ты слушай, никак. Да, и при этом, поэтому я переехал в Москву. Поэтому Малинина мне нравится за одну такую простую вещь. Понимаешь, он знает прекрасно, как исполнитель песен, что его воспринимают люди, простые люди, как автора, исполнителя своих песен. Понимаешь ты? Он делает концерты, шоу-программу, бизнес, там еще крутит что-то пятое-десятое, но он поет не свои вещи. Он почти ничего не делает сам. Знаешь, как тексты одного, музыка другого исполняет пятый. А он выходит вот в таком костюме, с косой тут, понимаешь? И мне, когда я его вижу, мне так обидно, потому что я знаю голоса лучше него. Хотя бы ту же песню взять. Опять один в постели полусонный. Первая вещь. Какую жалкая вещь. Это Разумёва. Это Звездинский. Опять один в постели полусонный? Да. Я сам был убит, когда это Звездин или Звездинский. Звездин это север. Да, вот. Нет, ну подождите. Да, вот. Она хочется стрелять. Да, 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 да. Это Разумёва? Нет. Ладно, давайте. А он поет из своих.